Всем привет. Внимание! Оргазмичность этого видео зашкаливает, поэтому у меня такой голос. Я в маске. И не потому, что боюсь короны, а потому, что я постоянно улыбаюсь. Дело в том, что 2 дня назад я стал обладателем... Ну, вещи не могу сказать, я сказал обладателем... Обладателем. Обладателем, и теперь я постоянно улыбаюсь. Такое чувство эйфории я не испытывал, даже когда садился на гуся. Эйфорию, конечно, испытывал, но не такого порядка. То есть на гусе хочется куда-то ехать. А на этом товарище хочется кататься. О, по-моему, кто-то меня уже ждет. СР-1000 19-го года, совсем новый. Знаете что? Он даже пахнет еще немецким сыром. Не могу сказать, что я купил его случайно 2 дня назад. Я хотел его, но решился я на это как-то быстро. И, в общем-то, толком даже ничего не заснял, когда его забирал. Так, пару моментов. Вот на отсутствие кайфовый мод. Как мотоцикл? Нормально. Нормально? Пойдет? Конечно. Ну, отлично. Вот он, мой красавчик. Стоит, отдыхает. Сегодня 170 на нем проехал. Кайфанул. Вот не понимал раньше кайфа Naked'а, а теперь покатался, кайфанул. Это лучшее, на чем я ездил. Вот реально лучшее, без привлечения. Ты лежишь на подушке из ветра, нет никакого напряжения на руках. Это просто кайф. Мне очень понравилось. Вот мне товарищ говорит, что пора в сторону Harley смотреть. Видишь, она нас на Naked'а потянула. Супер Naked – это сила. Очередной оргазм. И еще один. Ребят, ну об этом мотоцикле не вижу смысла рассказывать. Все прекрасно знают, что это такое, кто не знает. Посмотрите, ну он идеален, хочется сказать, что он идеален так же, как я, но нет, он идеален. Поехали покатаемся. Ну что, ребят, пока доехал туда, где хотел катнуть, села батарейка в камере. Вот такие вот дорожки, это наша тема. Не с коленочкой, но достаточно низко. Ну вот здесь покатался, уже резина начинает обтираться чуть ближе к краю. Уже начинаю вкатываться после гуся в этот мопед. Уже немножко остается. Ну что, будем кататься. В принципе, с сыром познакомились. Надо на нем в какое-нибудь путешествие еще сгонять. А пока, всем пока!